Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчество вязания и пряжи». На просторах интернета я увидела кофточку, которая мне очень понравилась. И я вспомнила, что у меня в остатках есть вот такая пряжа. Всего было у меня 5 мотков этой пряжи. Я связала кофточку кимоно. И вот у меня осталось два моточка. Лежат они у меня уже довольно давно. И я не могла им найти применение. И когда я увидела вот эту кофточку, то у меня сразу возникла идея и мысль, а не связать ли мне такую же. И я докупила пряжу уже абсолютно другую по составу, упаковку, из которой я буду вязать рукава, а также оформление горловины и низа кофточки. Мне показалось, что данное цветовое сочетание идеально подойдет для того, чтобы связать кофточку, которую вы видите на фото допустим, например, вот этим цветом, желто-салатовым, я буду оформлять, обвязывать вырез горловины и низ кофточки. А цветом фуксии, сиреневым и фиолетовым я буду уже вязать сами цветы, вывязывать и формировать рукава при помощи вот этих цветочных мотивов. Для вязания будут использованы мною две техники. Основное полотно я буду вязать спицами, а рукава будут связаны из мотивов, как мотивы будут вязаться крючком. Пряжа Ализе Дива, страна производства Турция, торговая марка вот Ализе, Дива Батик. Это пряжа секционного окрашивания, 100 граммах 350 метров. Номер цвета 3241. Состав стопроцентная микрофибра акрил. Производитель рекомендует вязать крючком номер 13 спицы два с половиной, три с половиной. Тут такой замечательный цвет, я думаю, мне идеально подойдет для того, чтобы связать данную кофточку и приблизиться к оригиналу. Цвет 3241. Может быть, кому-то пригодится данная информация. А основное полотно я буду вязать из пряжи Нака. Ароа Эбрил. Если я правильно прочитала.

спицами 2,5-3, а номер крючка полтора 100 граммах 550 метров. Вес мотка 100 грамм. Так, Ария. Пряжа Ария эбрю. А, Эбрули. Вот, Эбрули, вроде бы так. Нака Ария Эбрули. Очень такая нить нежная, мягкая тоненькая. Посмотрите, вот я уже связала. Так, здесь сколько у меня сантиметров для интереса. Я набрала уже на полотно. 7 сантиметров я уже связала в высоту. А в ширину я вяжу на 48 и 52 размер. 48-52. То есть, так как пряжа очень тоненькая, полотно выглядит очень Мягко, нежно, у меня будет струящаяся модель, то есть она идеально подойдет для 48 и ну, максимум до 52 размера. Здесь я связала образец для того, чтобы высчитать необходимое количество петель. Всего у меня в ширину должно быть 52 сантиметра. Я набрала для начала вязания 165 петель. 162 162 петли это у меня для узора оно должно быть кратное 6 плюс 1 для симметрии петелька и плюс 2 кромочные а здесь у меня получается когда я связала образец в 10 сантиметрах у меня получилось 31 петелька то есть вот я высчитала сколько мне необходимо набрать для того чтобы у меня Ширина изделия по низу была 52 сантиметра. И у меня в результате получилось, что я набрала для переда и спинки, у меня пойдет, то есть на одну сторону, на одну часть, допустим, здесь неважно, они будут одинаково выглядеть, 165 петель. Буду вязать я отдельную полочку спинки и переда довяжу до линии проем и потом уже буду формировать линию реглана а для того чтобы ее сформировать я не необходимо сначала связать рукава в следующих частях мастер-класса я буду вам показывать каким образом вяжутся цветные мотивы и буду уже показывать каким образом связать рукав из вот этих цветных мотивов также дам схему узора, как вяжутся рукава. А далее мы с вами свяжем образец основного полотна, для того чтобы если у вас возникнет желание присоединиться к вязанию данной модели и вязать вместе со мной по моим мастер-классам. Вы можете тоже приступить уже к вязанию полочек переда и спинки. То есть, я буду вязать Тут у меня два моточка. Из одного мотка я свяжу полочку переда, из другого мотка я свяжу полочку спинки. модель очень интересная а, Так как использованы две техники, я очень люблю вязать крючком, как вы уже наверное заметили на канале, что у меня мастер-классы все пока по вязанию крючком. Но также я решила повязать спицами, так как давно уже не вязала. И вот такая интересная модель у меня должна получиться. Я думаю, процесс вязания будет интересным и увлекательным. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Чтобы не пропустить уведомления о том, что вышли новые серии мастер-классов. А сейчас мы с вами приступим к вязанию легких нам петелек. Показывать, как вяжется образец узора, я буду использовать пряжу нежная. Это торговая марка Пихорка, состав пряжи акрил 50%, хлопок 50%. 50 грамм 150 метров. Спицы для вязания панорама. 40 сантиметров длина. Номер спиц 2,5 миллиметров. И вязать узор я буду вот по этой схеме. На схеме есть условное обозначение, и схема будет прилагаться по, по ходу демонстрации и просмотра видео, а также все схемы вы найдете в конце видео. Рапорт состоит из 6 петель. С кобочками обозначен начало и конец рапорта. Всего необходимо набирать количество петель кратное 6 плюс одна петелька для симметрии и плюс 2 кромочных для начала вязания я, мне необходимо набрать 13 петель это количество петель которые указано в схеме плюс 2 кромочных петли всего я набираю 15 петель Условное обозначение здесь все указаны. Так, для начала я набираю классическим способом 15 петель. И далее уже будем читать схему и вязать по схеме до восьмого ряда. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать петель я набрала. Здесь получается у меня два рапорта плюс одна кромочная и одна, петля для симметрии и две кромочных. Всего 15 петель. Схему первого ряда. Кромочную снимаем, далее провязываем 2 петельки лицев, лицевыми петельками. Крестик это у нас 1 петелька платочной вязки. В лицевых рядах эти петельки, которые обозначены крестиками, вяжутся лицевыми петлями. В изнаночных рядах эти петельки, которые обозначены крестиками, вяжутся тоже лицевыми петельками. Три лицевых петельки, три петельки платочной вязки и две петельки лицевые, далее кромочные. Приступаем к вязанию одну петельку я первую снимаю это у нас будет кромочная петелька я ее не провязываю следующие две петельки лицевые петли далее у нас по схеме идет три петельки которые обозначены крестиками мы их в лицевых Рядах вяжем всегда ли, лицевыми петлями. Вот я провязала 3 лицевых петельки. По схеме, после трех петель, которые обозначены крестиками, идет 3 вертикальных петельки. Они у нас обозначают 3 лицевых. 1, 2, 3 вяжем 3 лицевых. Три петельки платочной вязки в лицевых рядах они у нас всегда вяжутся лицевыми петлями и две петельки лицевые заканчиваем кромочной петелькой провязываю ее как лицевой довязали до конца первый ряд у нас получилось что у нас в первом ряду все петельки связаны Лиц, лицевыми петлями. Второй ряд вяжется по схеме. Как смотрят петли, единственное, что там, где у нас петельки были связаны, показаны крестиками, мы вяжем их лицевыми петельками. Это у нас будет петли, которые вяжутся платочной вязкой. одну кромочную я снимаю две петельки вяжу по рисунку это изнаночные петельки две петли изнаночными и три петельки которые обозначены крестиками на схеме я провязываю их лицевыми петлями то есть у меня связано 2 изнаночных 3 лицевых далее 3 изнаночных Три петельки лицевыми, это петельки, которые вяжутся платочной вязкой. Они всегда в изнаночных рядах вяжутся лицевыми петлями. Две петельки изнаночными петлями и одна кромочная. Провязываю ее как лицевой петлей. Связали два ряда. Читаем схему третьего ряда. 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевые петли. Приступаем к вязанию третьего ряда. Одну петельку снимаю, провязываю 2 лицевые петельки за заднюю стенку, 3 изнаночные. 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые за заднюю стенку и 1 кромочная. Связали третий ряд. Разворачиваю вязание на другую сторону, на изнаночную, и четвертый ряд я уже вижу, как Смотрят петли по рисунку: 1 кромочная, 2 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевые, 2 изнаночные и 1 кромочная. Всю довязала до конца ряда. Связали четвертый ряд. Читаем схему пятого ряда. 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевых петельки. Приступаем к вязанию пятого ряда по схеме. Одну кромочную сняла, 2 лицевые за заднюю стеночку, 3 изнаночные, 3 лицевые за заднюю стенку. изнаночные, 2 лицевые петельки и 1 кромочная провязала лицевой. Разворачиваю вязание на другую сторону и все петли вяжем в шестом ряду по рисунку. То есть как они смотрят. Одну кромочную снимаю, 2 изнаночные, 3 лицевые петельки. 3 изнаночные, 3 лицевые петельки, 2 изнаночные и 1 кромочная э, провязала лицевой. Связали 6 рядов. читаем схему седьмого ряда. Все петельки вяжутся. Платочной вязкой. В, в лицевых рядах они вяжутся лицевыми петельками, в изнаночных рядах петли платочной вязки вяжутся тоже лицевыми петельками. Вяжем седьмой ряд. Одну петельку снимаю и все петельки седьмого ряда я провязываю лицевыми петельками. Каждую петельку я провязываю лицевой петлей. Таким образом вяжем до конца рядом. У нас вот таким образом связали узор. Разворачиваю вязание, и уже восьмой ряд я вяжу все петельки тоже лицевыми петлями. Заканчиваем вязать первый раппорт в высоту. Девятый ряд я буду вязать уже как первый ряд. Десятый как третий ряд. Так, десятый ряд как... То есть одиннадцатый ряд как третий ряд. И так далее. Так, все провязали до конца ряда. Таким образом у нас выглядит узор по схеме. Я уже начала вязать кофточку. Таким образом у меня смотрится узор. Вяжу из тоненькой пряжи спицами два с половиной. То есть я уже вам рассказывала в начале видео. Если вам понравилась модель кофточки и вы хотите присоединиться к вязанию, вязать вместе со мной, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале. В следующих частях вы увидите продолжение по вязанию данной модели кофточки. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.